нас репортаж не из гаражей. Варил я, конечно, в гаражах. А вот установка, как вы видите, вот такой вот штукенции на участке. Ничего данной конструкции, как вы сами, ее можно под виноград, можно там какие-то растения. Но это вот специальный типа киви, есть такое название. Если кому интересно, я могу написать. Вот видите, вот здесь кустик, вот здесь кустик. А мы сделали ножки вот так, чтобы она у него разветвлялась. Вот кустик, и еще у него один кустик, вот он. А всего эта конструкция из трех секций состоит. 6,80, по-моему. Ну, здесь вот трубы, как вы видите, 40 на 25 двоечка. Конечно, при такой высоте уже рычаг большой, то есть, конечно, нам будет ходить, несмотря на то, что 8 сантиметров земли. Но если у вас нагрузка небольшая, то это вполне достаточно. Также труба 20 на 20, я думаю, вполне возможно. Если у кого-то какие-то сомнения, пишите. Вот тоже 40 на 20, можно было, конечно, 40 на 40 поставить. Ну вот, от чего зависит? Это зависит от того, что если у вас будет выше, понимаете, и большая нагрузка выше, там, допустим, уже 3 метра, здесь 2,50, там 2,55, то, конечно, уже трубу можно взять побольше сечением. Какую? От высоты я вам тоже отвечу. Ну, 8 сантиметров мы закапывали буром, да, вот, пробурились, забили кирпичами, я думаю, это показывать я не стал, думаю, и так понятно, вот, забили, зацементировали, ну, и, как всегда, видите, после обычной у нас еще вот тут вот секции мы сваривали, то есть было 3 секции, схватили здесь на земле, потом мы их поставили, и потом уже четвертую мы закинули, вдвоем работали, и уже закинули, ну, третью секцию уже по месту. Ну, конструкция довольно-таки длинная, как я говорю, 6,80, тут вполне, видите, будет, я думаю, очень красивая стена, всегда можно к ней дополнить или новую поставить, то есть хорошая такая идея под виноград, под киви. Я его поспрашивал себе, тоже теперь захотел такую посадить, купить. Посадить. Очень есть в Википедии. Про нее на описании есть. Очень полезная для здоровья. Так что. Но саму такую секцию, когда вот она, понимаете, там 2,50 на, там, на 3,30 общая была секция, ее варить довольно-таки тяжело, чтобы ее сделать ровно, чтобы не было пропеллеров, чтобы все диагонали сошлись. То есть одному ее было довольно-таки сложно варить. Хотя, если все у вас есть, удобный стол, то. Спасибо за просмотр. До новых встреч.